автобуса 141 маршрута. Он мне вчера очень... Он мой спаситель просто. У меня на дороге закончился бензин. И я пошла, купила канистру. У меня в кармане было 500 рублей, потому что деньги забыла дома. Я пошла, налила бензин. Оказалось, что мимо я вылила весь бензин в машину, потому что трубочку не так глубоко вставила. Он увидел, у него сердце не выдержало. Он говорит: «Эй, девушка, что ты не сюда, все мимо? Ты кто? Как ты у меня жена, дочь такая же, ничего не понимают. Это так нельзя, надо просить помощь». Я говорю: «Ну вот». Он говорит: «Иди заново наливай, потому что все мимо». Я говорю: «Я не пойду, у меня денег нет». Он говорит: «На тебе денег, иди на...» Он мне дал денег, еще 116 рублей. Я ему должна прийти на эту остановку, еще передать. Значит, спросил, как его зовут. Он говорит: «Ферхет». Я говорю: «Что?» Он говорит: «Федя». Так что, Федя, водитель автобуса 141 маршрута, номер 227R, большое спасибо.